Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем рукодельном канале. Сегодня я решила записать первую часть к отчетному видео по совместному проекту «Носочная дюжина 2», которое организовала Анна Полозняк. Ссылочки на Аню и на всех участников будут внизу под видео. Заходите, смотрите, вдохновляйтесь. Мне кажется, видео, которое выйдет итоговое, будет просто невероятно крутым, потому что такое количество будет носков готовых, да, но я надеюсь, у меня будут все готовы носки, потому что у меня сейчас только первые 5 стартов я покажу. Ну и у девочек, надеюсь, тоже большинство пар будет довязано. Ну, давайте продолжим. У меня есть вот такая подсказочка. Это мой блокнот, где я записываю. Очень люблю. Как-то в фикс-прайсе их продавали, эти блокноты. Ну, тетради, да, можно сказать. Такие иллюстрации классные. Вот автор, да, Гапчинская «Розовая птичка», именно вот эта тетрадка. Ну и начнем. 5 стартов у нас прошло, и у меня 5 финишей. Носочки отправятся у меня в детский дом в ближайшее время, поэтому я снимаю этот отрывочек. Итак, давайте, первый старт. Я буду говорить только вес носочков и какой это был старт. 59 грамм, и это первый старт. Размер всех носочков практически 35. Только последняя пара у меня была 33-34. Так, второй старт носочков, и вес у них был 57 грамм. Третий старт, вот эти прям такие самые большие носки. Почему-то, когда я их первый раз взвешивала, они были 82, а тут я их перевесила, они 78. Ну, может быть, что-то с весами там не того. Так, четвертый старт, и вес этих носочков 73 грамма. И пятый старт, самые маленькие носочки получились, 69 грамм их вес. Ой, кто следил за моим сериалом, видели историю, да, вязания этих носочков. Были первые, это из остатков было связано. Сначала я связала эти остаточки, добавила сюда, к ним еще от этих остаточки сюда. И, в общем, вот так по цепочке все это пошло. Вот такие 5 пар, такие красавчики. Как по мне, да, я всегда добавляю слово «как по мне». Как по мне, это красавчики. Я довольна своим первым результатом. Ну, посмотрим, какие будут оставшиеся 7 стартов. Все, у вас пройдет секунда, и вы увидите, что же там будет с остальными 7 стартами, да? Так правильно. А я еще этого не знаю. Ну вот, наступило у нас уже 30 мая, и я снимаю вторую часть своего отчетного видео. Ой, сейчас покажу, что у меня связалось. Подошел к концу наш проект, и давайте посмотрим. У меня вот она моя шпаргалочка, как вы можете видеть, 604 грамма. У меня ушло на 12 пар носочков, но у меня было очень много вот таких малышей. Вот эта корзинка, которая была с пряжей. Давайте я вытащу носочки и покажу, что в ней осталось. На заставке ко всем видео, которые относятся к носочной дюжине, у меня стоят моточки, изначально сфотографированные, которые были в видео вступлении, которые я складывала в эту корзину. Вот такой моточек, его можно отсюда убрать, потому что один я извязала. И мне немножко не хватило, я брала второй. А вот эти все моточки были. Вот этот начатый, у меня было таких 3. А вот эти немножко остались. Вот это доп. Нить чуть-чуть. И Ализе Лана Голд 800 я добавляла в одни из носочков. Вот то, что осталось. И давайте посмотрим,
По носочкам, кстати, по-моему, 864 грамма. Я что-то не пометила, но мне кажется, такой вес был пряжи, которую я положила в корзинку изначально. Так, что у меня тут было шестым стартом? Были оранжевые носочки, размер 43. Вот эти мужские из грузинской шерсти, очень толстые, вес у них 116 грамм. Вот такие толстые, теплые, колючие. Довольно-таки большие. А здесь такие темные части, потому что добавлена нитка для укрепления. В зеленой не видно, да, вот здесь видно. Вот это мой шестой старт. Дальше, что было седьмым стартом? Седьмой старт были носочки для торопыжек, для клуба 28 петель. И были они вот такие. Ко всем маленьким носочкам, которые я сейчас буду показывать, я вязала еще шапочки. Но шапочки — это отдельная история. И вот к таким носочкам я уже начала вязать жилеточки. Вес этих носочков 13 грамм. Следующий, восьмой старт, у меня были мужские носки, вот такие. А, кстати, вот эта пряжа, это вот у меня остаточек, это вот такая, продавалась в пасмах, покупала я ее в Тбилиси, 100% шерсть. Метраж неизвестен, по-моему, там не было ничего на этикетке написано. А вот эта пряжа. Мужские носки тоже 43 размер, очень они мне понравились. Это была стоковая вот такая пряжа, я покупала 100 с небольшим грамм, были они в двух моточках. Вот я один извязала и чуть-чуть взяла от второго и добавляла еще сюда вот Ализе Лана Голд 800. Вот, вес этих носочков 90 грамм, размер 43, это был мой восьмой старт. Так, не знаю, сейчас будут одни малыши, наверное, вот так вот положу. Дальше, девятый старт. Девятый старт, у нас были опять же носочки торопышкам, все последующие будут. А вес их 13 грамм, и они тоже вот такие же. Две пары из такой пряжи у меня были. А я этот старт записывала немножко заранее, потому что как раз в этот день я уже ночью улетала в отпуск, и вот по-быстренькому связала и выложила видео. И следующие три старта будут... Из моего отпуска я была в Турции, по-быстренькому подключалась, показывала, но все-таки я хоть маленькие, но я связала и успела вовремя выложить маленькие отчетики. Так, десятый старт. Я наугад, я брала с собой три моточка, наматывала и наугад вытаскивала клубочек. И десятым стартом у меня выпали вот такие оранжевые носочки. Конечно же, ко всем к ним есть шапочки. Оранжевые носочки, у них вес 13 грамм. Дальше, следующим моточком у меня выпал сиреневый. И в одиннадцатом старте я вязала вот такие сиреневые носочки. Почему-то вес у них 11 грамм, хотя по петлям, по рядам все одинаково, но, видимо, чуть тоньше пряжа. Пряжа — это вот эта вся пряжа деревенская от Пехорки, а вот эти носочки пряжу я красила сама, это секрет успеха. Вот, вот это, кстати, потолще пряжа, поэтому у них вес такой, наверное, они как-то тоже все одинаково связаны на одно количество, но такие большеватые довольно размеры получились. В общем, сиреневые носочки 11 старт, и вес у них 11 грамм. Ну и последний моточек оставался на 12 старт. Это были вот такие зелененькие носочки. Цвет называется табак. Он мне очень нравится. Очень красивый цвет. Вес у них 12 грамм. Это тоже деревенская от Пехорки.
И вот главное, все три пары связаны одинаково, с одного наименования пряжи, разных цветов, и вес немножко у всех разный. Вот такие они были мои 12 стартов. Посмотрите, какая яркость, красота. 604 грамма всего было связано в этом совместном проекте. Очень понравилось участвовать, и я прям с удовольствием посмотрю итоговые видео всех девочек. Я вообще, да, задолжала немножко по просмотрам. Я приехала из отпуска вчера, и да, я просматриваю, обязательно всех посмотрю. Но я прям в предвкушении просмотров именно итоговых. Что же у всех получилось в итоге? Буду с удовольствием смотреть. Что хочу сказать. Аня, спасибо тебе, что ты организовала такой интересный проект. Я участвовала в нем первый раз, хотя это носочная дюжина 2. С удовольствием принимала участие. И хочу сказать всем девочкам спасибо, кто смотрели мои видео, кто подписывались, кто поддерживал, писали комментарии, ставили лайки. И тем, кто участвовал в совместном проекте, и кто не участвовал, был просто моим зрителем. Спасибо вам большое. Анечка, еще раз спасибо тебе за такой проект интересный. Ну, а как всегда, в конце я хочу вам пожелать мира, добра и тепла. До новых встреч. Пока-пока.